13 человек пострадали в автоаварии, произошедшей сегодня днем на трассе Минск-Могилев. Междугородное маршрутное такси с пассажирами лоб в лоб столкнулось с автофургоном. Пострадавшие доставлены в больницы Червени и Березино. Их жизням ничего не угрожает. ГАИ сейчас пытается разобраться в причинах ДТП. Никто из водителей себя виновным не считает. Михаил Тристин вернулся с Могилевского шоссе. 12 человек ранены, еще двое на момент съемок отказались от госпитализации. Таковы предварительные итоги аварии на 81-м километре трассы Минск-Могилев. Столкнулись два микроавтобуса, два Фиата Дуката. Вот этот желтый маршрутное такси и синий грузопассажирский. Авария произошла около 11 часов утра. Маршрутка везла 12 пассажиров из столицы в Могилев. Второй Фиат двигался в Минск. В нем находились два человека. Встречный удар показал. Фиат более новой модификации, покрепче. В нем разбита лишь передняя часть машины. А вот в более старшей маршрутке значительно деформирован кузов и детали внутри салона. Будут проведены автотехнические экспертизы, судебно-медицинские экспертизы. То есть по обстоятельствам ДТП что-то сказать рано. Кто прав, кто виноват, тоже рано. Есть много свидетелей, много невыясненных обстоятельств. Оба водителя рассказывают, что не виноваты. Некоторые очевидцы, правда, утверждают, якобы именно грузовой автобус первым выехал на встречку. Синий шел по встречной полосе, получается, вот. И желтый хотел, получается, туда уйти от него. Но он или проснулся, если заснул водитель. Короче, тоже машинально крутанул туда руля и все. И двоих ушли. Потерпевших в аварии доставили в близлежащие больницы. В Червени четверых человек медики определили в стационар с телесными повреждениями средней степени тяжести. В основном это переломы конечностей и ушибы. Была оказана медицинская помощь. Все больные госпитализированы в районную больницу, в хирургическое отделение. В настоящее время состояние больных удовлетворительно, находится под наблюдением врачей. Еще пятеро пассажиров маршрутки лечатся в Березино. Как нам удалось узнать, в жизни всех их тоже вне опасности. Михаил Тристин, Виктор Борисов, Первый канал, Червенский район.